Веселые эстафеты для всей семьи дали старт соревнованиям «Папа, мама, я» – спортивная семья. Они добавили адреналина всем участникам, уже заряженным спортивным азартом и хорошим настроением. Родители не сомневаются, участие в соревнованиях – отличный способ приобщить детей к здоровому образу жизни на собственном примере. Для деток это больше стараемся и проводим, и участвуем ради них, чтобы им было весело и какое-то разнообразие у них. Им весело, и нам приятно, здорово, нам здорово, да. Мы радуемся этому празднику каждый год, поэтому всегда стараемся и выступаем. Прыжки со скакалкой – конкурс для мам. Задание непростое, здесь много решает хорошая координация и ловкость. Важна выносливость победительницы, необходимо перепрыгать своих соперниц, пока они не сойдут с дистанции. В помощь мамам – поддержка близких. Папа и дети болели за самых любимых – жен и мам. Папы с сыновьями и дочками состязались в меткости. Здесь важен не только зоркий глаз, но и, как говорил любимый всеми детьми мультперсонаж, главное спокойствие, только спокойствие. Мне нравится кидаться в дартс, потому что мне немножко нравится, когда я попадаю в цели. Финальный конкурс добавил спортивным семьям заряда позитивного настроения. Одевать ребенка хоть раз приходилось даже самому занятому папе. Но волнение родителей и скорость, с которой наряжали своих детей мамы и папы, сделали свое дело. В таком наряде малыши не могли не вызвать улыбки или искреннего задорного смеха. Компания «Металл Инвест» поддерживает развитие спорта, создает необходимые условия для занятий физкультурой целыми семьями. Соревнования «Папа, мама, я» – спортивная семья – ежегодная добрая традиция горняцкого предприятия. Спортивный праздник «Папа, мама, я» является последним большим спортивным мероприятием на комбинате, является венцом нашей большой спартакиады, которая проходит в течение всего года. Самое главное, что это детский праздник, дети его ждут, уже за много времени начинают записываться. Тем более в этом году мы уже провели отборочный, потому что желающих было участвовать гораздо больше. По итогам соревнований тройку лидеров возглавила семья Ефремовых, вторыми стала команда Чуваевых, на третьем месте семья Месропян. Всех участников наградили поощрительными призами, ребятишки получили сладкие новогодние подарки. Главной наградой для каждой семьи стали часы совместного отдыха и улыбки дочек и сынишек. Ведь когда счастлив ребенок, счастлива вся семья.